В ДК имени Газа 5 мая чествовали ветеранов Кировского завода. На мероприятии присутствовали как ветераны Великой Отечественной войны, так и ветераны труда. И, конечно же, мероприятие было приурочено к 70-й годовщине Победы. В фойе заслуженных гостей ждали цветы и конфеты. А праздничный концерт начался со слов благодарности в адрес виновников торжества. Не мог не приехать на мероприятие и депутат ЗАГСа от Кировского района Санкт-Петербурга Андрей Васильев. Ведь жизнь его семьи неразрывно связана с этим знаменитым заводом. Сам День Победы – это самый светлый, самый главный праздник для нашей страны. А что касается Кировского завода, у меня прапрадед работал на Кировском заводе. Прадед, дед, отец и я до законодательного собрания был заместителем генерального директора Кировского завода. Разрешите мне от себя лично наградить в лице председателя вашего Совета ветеранов Галина Анатольевна Луст грамотой, благодарственным письмом от депутата законодательного собрания. К слову, мероприятие было организовано руководством Кировского завода при поддержке Андрея Валентиновича. Большое спасибо. Хочется поблагодарить депутата законодательного собрания Васильева Андрея Валентиновича за помощь в организации праздника и за то, что они делают. Кроме представителей руководства Кировского завода, поздравил собравшихся и настоятель Путиловского храма. Сама память о победе важна для всех нас. Сама память о победе всех нас объединяет. Всех нас возвращает те великие дни, когда была приближена, когда была совершена вот эта великая победа, очень важная для всей нашей Родины, для всей нашей страны. После официальной части для ветеранов выступили приглашенные артисты и участники местной самодеятельности. В основном для гостей Дома культуры пели и рассказывали стихи, но были и забавные номера. А когда со сцены зазвучали известные всем строки «Этот день победы», ветераны уже не смогли оставаться на своих местах. Сегодняшнее награждение значит того, что это святая память тех, кого с нами нет. И радость тех, кто с нами сегодня живет, и радость нашему родному городу Ленинграду. Но на этом подарки не закончились. И на выходе из концертного зала ветеранов ждали билеты на оперетту «Свадьба в Малиновке».